Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Привет из Алании, друзья. Суббота. Сегодня хотел быстро рассказать номер пляжа, на котором я тут и номера посносили. Так вот все выглядит. В районе оба люди купаются. Вода 19,5 минимально. На солнце сейчас по ощущениям минимум 24, даже без солнца. Но солнце было, друзья, солнце то уходит, то заходит. Вечером ожидается дождь, но сейчас пока офигенная погодка, солнечная была. Вот и там светит солнце, но оно сейчас выйдет, это временно. До вечера дождя не предвидится. Минимальная температура в тени сейчас 19 градусов, это в тени. Так, на солнце, без солнца 22, 23, 24, но все зависит от того, есть солнце или нет солнца. Вот так вот все выглядит. Сейчас здесь снесенным любимые ваши пляжики, кафешки. Вот самые-самые лучшие, самые любимые ваши кафешки на 15-16 пляже, к сожалению. Вот все, все выглядит сейчас вот так вот. Вот оно, солнышко выходит. Я думаю, что все, кто приехал на Новый год, все насладились этой погодкой. Люди, кто-то вчера уехал, кто-то сегодня, кто-то завтра уезжает. Но все, я думаю, сполна насладились солнышком, летом, теплом. Люди там, вон толпа целая сидит на креслах. Не знаю, свои стулья, наверное, принесли люди. Вот оно, солнышко выходит. Вот так это выглядит красиво. Ждем застройку. Я вам, конечно, буду показывать, что тут будет происходить, как будет происходить. Времени не так много осталось. В принципе, 3 месяца как бы до начала нового сезона. Всем привет из солнечной Алании, вот оно вам солнышко. А там вот что-то вот в сторону Канаклы, я смотрю, может быть и дожди сейчас идут. Я сейчас хочу попасть на Клеопатру, и вот думаю, смотрю в ту сторону, и смотрю, что там как-то вот не так солнечно, как здесь. Там похоже, что там где-то реально идет, может быть, дождь даже. Очень много людей купающихся, причем купаются даже местные. Даже местные сейчас купаются. Вот перед вами. Ну, вода должна быть где-то примерно 19,5. Я хочу попробовать дать им померить, если получится сейчас. Вот смотрите, у меня на градуснике сейчас температура воздуха 24,9. И это вот даже без солнышка сейчас. Даже без солнышка так тепло. Так классно, супер. Минимально на 19,5, я просто думаю, что вода может быть 20, даже вот интересно, конечно, было бы померить. Вот такая вот погодка. Зима. 8 января сегодня, вот солнышко выходит. Волночки есть, но тут вот хороший вход в море, тут можно купаться. Ну, они не сильно большие, в принципе, волны. Купаются вон на тех все пляжах люди. А вчера вечером было даже немножко как бы прохладно, можно сказать. Сейчас вот восстановилось все с утра солнышко, тепло, классно. А вчера вечером я шел, капюшон натягивал, было так по ощущениям. Было 14 градусов, но по ощущениям они были как 12 где-то. То есть так было. Это уже после 6 вечера. Ну, им не холодно. Им точно не холодно, они спокойно купаются. Спасибо. Сейчас померяем водички температуру. И посмотрим, есть ли у нас 20 градусов. Сейчас включусь через пару минуток. Спасибо большое. Согласились померять. Сейчас им визитку дам с канала. Потрясающая водичка, смотрите, как красиво. Мне интересно, будет ли больше 19,5. То есть то, что она 19,5, я точно знаю. Сейчас посмотрим, будет ли она 20 градусов. Сколько там? 20? Спасибо большое, это Шкюрлер. Да, 20 градусов водичка, супер. Так что, друзья, водичка есть, плюс 20 сегодня, спасибо.
Они сидят, им комфортно, они не выходят, сидят довольно долго. Хотя вот они попали, сейчас солнышко временно нету, но они купаются долго. Спасибо вам большое, это Шкюрлер. Новые подписчики у меня будут.